Здравствуйте, дорогие коллеги! Я вам сегодня хочу представить новый курс по арт-терапии. И называется он «Современные методики арт-терапии. Базовые техники». Действительно, это очень интересный и прям классный курс, который пригодится каждому человеку, неважно, будете вы этого применять в практике, там, в образовательной организации, да в любой организации. Потому что на данный момент, мне кажется, арт-терапия – это прям такой самый популярный и важный инструмент работы и педагога, и психолога, и просто проработки каких-то своих личностных там, моментов, переживаний. Почему настолько этот метод является таким популярным, да, в сегодняшнее время? Хотя на самом деле мы знаем, что основатель там, и вообще там, люди, которые занимались ими, это было очень давно, да, и арт-терапия и вообще терапия искусством к нам пришла прям, ну, много лет назад. Но сейчас все равно, то есть несмотря на то, что все вроде бы нам знакомо и мы знаем, как работать в этом методе, то те именно методики, которые я представила в данном курсе, они очень актуальны сейчас, и многие даже про них не слышали. Курс наш состоит из 5 модулей. Первый модуль, там у нас методика мандала-терапия, второй модуль – коллаж-техника, третий модуль – это нейрографика, тоже очень такой популярный метод, который совсем очень недавно появился, да, я про него еще буду рассказывать. И два оставшихся модуля – это как работать по этим методикам в образовательных организациях. И последний модуль – готовая программа, которую вы можете уже начать практиковать как самим собой, так и реально там, в той организации, в которой вы работаете. Что особенно вообще в арт-терапии, что эта методика подходит для любого возраста абсолютно. Неважно, да, будь то дети или взрослые. И те навыки работы по этим методикам, которые я дам, применимы тоже, да, для любого возраста, для любой ситуации. И неважно, где вы собираетесь словно их применять. Мне хочется вас вдохновить на изучение этих методик, чтобы вы с радостью пустились в это увлекательное путешествие и знакомство. Ну, если вы чего-то не знаете, в любом случае что-то уникального точно вы узнаете. Таким важным высказыванием, которое сказал Пабло Пикассо. «Мне хотелось бы рисовать так, как это делают дети. Для них не существует законов, пропорций. Поэтому из рисунков всегда видна экспрессия и жизнь». Вот мне кажется, да, действительно, и нам важно, то есть не нужно каких-то определенных навыков арт-терапии. Арт-терапия – это как раз, когда мы вытаскиваем все глубинное, подсознательное, что у нас скрыто где-то, да, у нас там в закромах нас, и в итоге мы получаем, мы знакомимся с этим и учимся находить с этим общий язык. Так что я вас приглашаю знакомиться с этим увлекательным миром.